Сегодня в Образцово проходит экологическая акция «Посади дерево». Местные жители приняли непосредственное участие в акции. Мы также решили не оставаться в стороне и внесли свою маленькую лепту. Пришла сегодня поддержать акцию «Посади дерево», потому что, во-первых, красивое место, ну, мы здесь любим гулять, и как бы важное дело – посадить деревья, какая-то память для себя, для детей. Ну, как-то в целом так поддержать вот администрацию и местных жителей также. Всего в этот раз посадили более 30 саженцев сосны, но на этом работа по облагораживанию территории в поселке не закончится. Здесь же планируется в самое ближайшее время провести несколько субботников, а также высадку еще одной партии саженцев. Наведем когда порядок, жители будут и благодарны, и сами будут поддерживать порядок именно вот в границах своего поселка и отдыхать, и привлекают здесь много. Естественно, и москвичей приезжает на дачи и все прочее. Будут понимать, что только благодаря общими усилиям мы наведем порядок и будет чисто и красиво. Безусловно, вся эта важная экологическая деятельность была организована не без помощи инициативной группы неравнодушных людей, проживающих в Образцово. Совместно с администрацией городского округа Щелково они намерены навести в поселке чистоту и порядок. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».